Возникает вопрос, как человек умудряется выжить при таком микробном агрегате в своем доме? Все дело в... Постоянно, 24 часа в сутки, ежеминутно, ежесекундно, наш иммунитет от внешней среды. Из внешней среды. Зачем в доме лишнее... Дебил. Сейчас весной, когда... Хотите истребить все бактерии? Вещи надо стирать как минимум... Дирижабль! Ага. Или добавлять при стирке отбеливатель. Конечно, с деликатными и цветными вещами так поступить нельзя. Тогда хотя бы проглаживайте белье. И еще, стирайте все раздельно. Кухонные полотенца, нижнее белье, носки, уличную одежду, ручку дверцы, резиновую прокладку и барабан раз в неделю. Load apps off of their dashboards, play around those apps for like 30 seconds. Мылом. Молекула мыла, она для того и сделана, у нее два конца, одним концом она цепляет воду. И вместе с потоком воды уносит и всю грязь, и всех микробов. Все емкости машинки проветривайте. И как бы странно это ни звучало, после того, как повесили белье, мойте руки. Алексей Иванов, Дмитрий Лихачев, Дарья Мишина, Первый канал.